Get Movies. Канал для всей семьи. О, молодец! Я Хэп, офицер Хэп. Офицер Хэнк, ваш классный охранник, прибыл на службу. Я всегда мечтал стать полицейским героем. О, чё, я! Спокойно, парень, ты не полицейский. Здесь будет собрание фанатов. Знаю. Поэтому моя работа следит, чтобы никто не украл комиксы или копию «Звездных конфликтов 2». Этого не будет. И ты не полицейский. Твоя работа — ходить и ничего не делать. Стой! Я, кажется, нашел тебе занятие. Защищать невиновных? Арестовать грабителя? Убери здесь немного. Некоторые из этих умников настоящие грязнули. Да, я стану вашим героем. Нет, но ты будешь сражаться с грязью. Том. Бен. Анжела. Джинджер. Хэнк. Говорящий Том и друзья. Значит, встреча фанатов? Название говорит само за себя. Правда? Я должен найти стол, где играют в замки и уборные, чтобы защитить свой титул лорда-канцлера по сантехническим работам. Ты не мечтай! Я обыграю тебя в этом году! Твое жестокое правление закончится сегодня, лорд-канцлер! Я готова пойти в любое другое место, Том. Понимаю, что вечер фанатов тебя не вдохновляет, но верь мне, хорошо? Мы здесь не просто так. Это карточки плекимонов. Люди во всем мире их собирают. И самое главное, продают их. Мы здесь, чтобы найти редкие карточки, которые стоят кучу денег. Зачем их покупать? Они идут даже без жвачки. Сложно объяснить. Купим тебе колоду, и ты поймешь. Ладно, давай. Обычная мышь. Ну, она недорогая, но это начало. Понадобится время, пока ты найдешь... Супер-бриллиантовый великолепный гигант. Да? Это одна из лучших карточек. О, да. Серебряные издания. Класс! Отлично! Их тут две! О, ты прав! Обожаю это чувство! Знаешь, давай разбогатеем по-быстрому! Эй, это герой-полицейский Хэнк. Нравится работа? Ты вчера о ней только и говорил. И позавчера, и каждый день с тех пор, как ты о ней узнал. Это был другой Хэнк, который не знал, что карьера в правоохранительных органах может разбить сердце. У меня была мечта. О, друг, что случилось? Тебя обвинили в преступлении, которого ты не совершал? Хуже, нет преступления. Я здесь только и делаю, что убираюсь. Ужасный вечер. О, ну не все же так плохо. Ты можешь... Ага! В этой пачке только редкие карточки! Удача мне улыбнулась! Том, нас хотят опередить! Позже поговорим, Хэнк. Держись, друг! Обычная мышка – самый ненужный персонаж во вселенной плекимонов. Мышка, я понимаю твои чувства. А? А, кто это делает? Полагаю, я сыграю полную ночную вазу. Все отойдите на две тележки назад. Простите, сэр, я здесь слежу за чистотой. Я вижу, что у вас руки в краске. Попрошу вас сходить в туалет и вымыть... Стой! Именем закона! Его ресурсы мои! Стой! Туалет внутри! Стой! Зачем ты убежал? Я просто просил тебя помыть руки. Это больше, чем ты думаешь. Это везде. Иси, мусину с банкой. Эй, стой.
Это о чем? Я слишком много сказал! Стой! Поехали, мам! Половина замка теперь моя! Ты не зайдешь в уборную без королевского горшочка Джинджера! Ты еще не выиграл! Бронзовый водопровод все еще мой! Эй, что вы знаете о парне, который сбежал из этого стола? И что это за парень с банкой? У меня нет времени на эти загадки. Я занят укреплением своих позиций. Но у него была тайна! Он дал мне загадочную подсказку! Серьезно, я его не знаю. Ха! Король Джинджер утомился от такой назойливости. Сейчас же уходите, констебль! Друзья, случилось нечто страшное! Ты нашел еще карточки? Эй, если ты нашел, то не мешай нам, потому что мы с Анжелой очень заняты. Нет, Том, это не карточки. Ты видел парня с банкой? С банкой лимонада? В общем, если мы найдем парня с банкой... Еще карточки! Том, Анжела, стойте! Ладно, ясно. Поступлю как герой полицейский, без прикрытия. Просто склад краски. Минутку. Что это? Ага, она нарисована. Неужели все карточки на вечеринке поддельные? Да, каждая. Это ты? Ты обманываешь беззащитных фанатов. Долгие годы я смотрел, как они покупают и продают глупые карточки. Я не понимал, зачем, пока не сообразил, что можно сколотить состояние, продавая подделки. Я не рассчитывал, что ты встанешь у меня на пути. Я делал свою работу. Ты должен убирать. Но это не важно, я уже выиграл. Я собираюсь продать эту. Ух ты, супер редкий темный волшебный динозавр из серебряной серии? Именно так. Они все на свете за него готовы отдать. Тебе это не сойдет с рук. Ошибаешься, потому что ты останешься здесь навсегда. Нет! Ух ты, безрогий единорог из ограниченной серии! Я никогда не видел столько редких карточек в одном месте. А, значит, я счастливица. Да, точно. Не паниковать, я справлюсь. Я только должен найти... Ага! Идеальный спасательный выход! А это? Я вижу, вы серьезные коллекционеры карточек. Я тоже их собираю. Это не просто коллекционирование карточек из игры. Это образ жизни. Даже не говори. Видели такую? А? Ух ты! Супер редкий темный волшебный динозавр из серебряной серии! Это лучшая карточка! Я даже не знал, что она существует! Она существует и может стать вашей за деньги! Я должен спасти фанатов! Я заплачу сколько угодно за эту карточку. Стой, Том, не горячись. Неужели она того стоит? Не поддавайся соблазну. Анжела, представь, сколько будет стоить коллекция, если у нас будет эта карточка. Ты прав. Мы заплатим за эту карточку. Нет, не делайте этого. Это подделка. Том, Том. О, так. Настало время уборки. Стойте! Что здесь происходит? Динозавр не настоящий? Хэм? Да, этот человек подделывает ваши карточки. Что? Сэр, я привлекаю вас к ответу. Серьезно? Ты и твоя армия? Ну, как тебе моя армия? Я новый король всех замков и уборных. И я не позволю обижать моих подданных. Взять его!
Я проиграл в честной борьбе. Если карточки поддельные, значит, у меня несчастливая рука? О, ужасный вечер. Ты спас нас, Хэнк! Ты все-таки стал героем полицейским. Вам спасибо, но ты ошибаешься. Я не герой полицейский. Я простой охранник. Ну, наконец-то мы будем там, где нам следует. Подружимся с влиятельными людьми на вечере детской благотворительности. Не знаю, зачем мне идти. Ты мэр, не я. Этот вечер – отличная возможность показать наше изобретение влиятельным людям. Что, если я все испорчу? Я неаккуратно ем и испачкаю всех вокруг. Нет! Ух ты! Анжела! Ты выглядишь просто великолепно. Спасибо. У меня не было ничего подходящего, поэтому я пришила банды на старое платье. Я мэр Том, и я одобряю эти банды. О, посмотрите на нас, мы очень старались. Вы тоже нарядились, друзья? Да, эту бабочку с тех времен, когда я работал моделью бабочек. Смешная история. Я думал, что ищут модель для классического галстука, но... Хэнк, я не знаю. Думаю, вам будет скучно тереться локтями с влиятельными людьми. Нет, не будет. Смотри, мы уже надели щетки для локтей. Не хочу вас обидеть, но вы слишком неопытные и юные для такого вечера. Вы нас опозорите. Это ты неопытный и юный, Том. Это ты нас опозоришь. Почему им нельзя? Пусть лучше они идут вместо меня. Нет, надень бабочку. Без нее ты выглядишь слишком просто. Светские рауты меняют людей. Кажется, я зря надел светящуюся бабочку. Том! Бен! Анжела! Джинджер! Хэнк! Говорящий Том и друзья! Ух ты, как здесь здорово! Пора знакомиться с гостями! Я в этом мастер! Я идеально стою неподвижно в надежде, что меня никто не заметит. Нет, Бен, ты на этом вечере по одной причине. Мы находим и очаровываем богача. Все это ради детей. О, эй, неужели я похожа на официантку? Ответ – да, похожа. Официантка? А? Где сырная тарелка? Отом Саммерс! Мой заклятый враг! Это подделка! Я знаю, что говорю! Знаешь, Отом Саммерс, мы не хотим продавать наши шарфы здесь! Чтобы я вас больше не видела! Я не хочу это вспоминать! Я здесь, чтобы знакомиться, болтать, а не... Здравствуйте, я Том, мэр Том. Я богач. Это точно. Нет, богач мое имя, и я богат. Что вы делаете? Ты что, никогда не видел Шреддер желаний? О, видел. Это похоже на дорогой колодец желаний. О, впервые используешь? Нет, конечно нет. Я здесь свой. Удивлены? А должны бы. Кажется, у меня с собой только $1. Нет денег, чтобы загадать нормальное желание? Нет. На мое желание мне хватит. Напомните, как это помогает благотворительности? Если спрашиваешь, значит, тебе здесь не место. Нет! Познакомиться? Ну как? Я знаю только факты, а это никогда не помогало при знакомствах. О, сколько сыра! О, какое же съесть первым! Можно рассказать ей про сыр? Ну, нет! Бен, факты про сыр не для раутов. Ну ладно, возьму наугад. Наугад? Нет. Стойте! Белый сыр – это гешмак-крик, а другой – дакшкол. Для лучшего вкуса нужно съесть гешмак-крик после дакшкол. Что ты сейчас сказал? О, нет. Лучше бы я молчал. Уйду через черный ход, чтобы не расплакаться. Знаешь, ты потрясающий. Как я думал, что? Какой вежливый и умный. Как тебя зовут, Хансел? Кретьен? Б.
Бен. А, сокращенно от Бентуций. Ладно, Бентуций, ты должен пойти со мной в дорогую комнату. Туда пускают только самых лучших, потому что она дорогая. Да. Они считают себя классными, раз пошли на этот ужин. Уверен, если бы мы устроили прием, он был бы куда лучше. Согласен, на 102%. 2% за сверхмодность. На нашем приеме все будут есть золотые спагетти. И хот-доги в шелковых булочках. О, ты думаешь о том же, о чем и я? Детский раунд! Да! Пора им показать! Ух ты! Все такое дорогое. Наслаждайся. Это твое место, потому что ты свой. Элмат! Ха-ха-ха-ха-ха! Я думала, ты на море. Угу. О, да. Директор? Я знал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Зачем вы здесь? Чтобы снова украсть мое изобретение? Что? Бен, пожалуйста. Это вечер детской благотворительности. Ха-ха-ха. Простите, я пока не знаю всех ваших правил. Я новичок на светских раутах. Привет. Бен, это светское мероприятие. Мы здесь просто богатые гости. Я даже слышать не хочу про твои новые изобретения. Что ж, хорошо. Я принес деизюминатор. Превращает изюм в виноград. Интересно. Два продукта, у которых нет ничего общего. Вы не знали, что изюм — это виноград, который высушили на солнце? Конечно, знаю, но не будем о работе. Положим наше устройство и изобретение в обычный ящик для хранения, чтобы не было соблазна поговорить о них. Отличная идея! Мне начинает здесь нравиться, как, наверное, Тома и Анджели. Да! Точно! Наконец-то я встретил того, кто умеет слушать. Я говорил... Вот свежие монеты для денежного супа. Спасибо, мой дорогой друг. Экстра богатый суп – мое любимое блюдо. Если бы это торжество было эксклюзивным, тебя бы здесь не было. Был бы только я, ведь я самый модный. Не будь так уверен. Я владею Эйфелевой башней и самым шикарным памятником, а мое нижнее белье из золота. О, да? У меня есть лыжный домик на дне океана, а мое нижнее белье из королевских бриллиантов. Это оскорбление. Я вызываю тебя на дуэль. Я даже дерусь шикарно. Выбирай место и время. Хорошо, скоро и здесь. Я согласен. Я считаю, что факты часто помогают в социальных ситуациях. Согласно моему исследованию, это происходит в 84% случаев. Хорошо, разжевал. Кстати, где та официантка, которая повторяет, что она не официантка? Я не официантка! Теперь понимаешь? Да, прости, что у тебя такие проблемы, но я себя отлично чувствую среди богатых. Если хочешь, можем найти Бена и уйти. Псс, Бен! Пойдем. Ты о чем, Том? Все отлично. Я в своей стихии, одна из которых — воздух. Да, но Анджела не так хорошо проводит время, как мы. Так что давай уйдем. Я не хочу уходить. Я общаюсь с теми, кто мне нравится. Возможно, нам это поможет. Мы даже с директором отлично поболтали. Мы с ним теперь друзья. Итак, представляю деизюминатор. Что? Это переломный момент. И полностью моя идея. Больше не будет никаких проблем с изюмом. Вы превратите его в виноград, который, как вы знаете, был... Что? Заперт в ящике. Эй, это наше изобретение. А почему я его достал из своего ящика изобретений директора? Обычный ящик для хранения. На этом ужине все ложь. Мне так больно, что ты обвиняешь меня в воровстве своей собственной идеи. Думаю, вам придется выбирать. Вы верите мне, богатому директору, или новому бедному гостю? Мы богатые верим тебе, Карл. Ты богатый, как мы. Бентуций, ты должен нас покинуть. Охрана! Не волнуйся. Гости, успокойтесь. Как ваш мэр, я должен вам кое-что сказать. Бежим! Это мой деизюминатор! Вернитесь! Это моя идея! Мое изобретение! У меня есть заводная курица! А
у меня есть золотой монстр-трак, который готовит блинчики. Монстр-трак с едой. Давай. Эй, что происходит? У нас свой светский раут. Без вас. О, привет, Том. О, как вечер? Изумительно. Это ужасно. Ужасно изумительно. Изумительно ужасно. Да, ладно, отвратительно. Шикарный, это значит чванливый. А директор пытался украсть мою идею на этом мероприятии. Значит, наше мероприятие лучше? Гораздо. А можно нам присоединиться? Ну, так и быть, если признаете, что я самый шикарный. Ой, это невозможно, потому что самый шикарный – это я. Как и я. Не может быть, он слишком молод, чтобы покинуть нас. Будь сильным, Хэнк, он в надежных руках. Не могу смотреть. Да ответьте вы уже. Телефон Бена. Мисс Вантракс. Мисс Вантракс. Бен сейчас очень занят. Дай сюда. Алло. Бенджамин. О, Велма, вы заболели? Я простудилась. В классе нужно сделать проект для школьной ярмарки. И я звоню узнать, свободен ли ты. Сочту за честь. О, отлично. Ярмарка, это серьезно. Так что никаких вулканов и соды. Я понял. Я хочу первое место, Бен. Очень хочу. Я вас не подведу. Бен, почини холодильник. Позже, у меня урок. Стой, не оставляй его таким. Том. Бен. Анжела. Джинджер. Хэнк. Говорящий Том и друзья. Мисс Вантракс очень ругала тебя вчера. Эй, я просто оставил скейтборд в холле. Это она на нем поскользнулась. Бен, что ты здесь делаешь? Я учитель. Замещаю мисс Вантракс. Она, к сожалению, заболела. Да! Так, садитесь. Эй, мы выиграли джекпот, друг. Бен не учитель, он обычный человек. Наша цель — придумать идею для ярмарки знаний. Я распечатал информацию об увлекательных науках, чтобы заинтересовать вас. Микроэнтомология! Ксенопалеонтология! Ботаноминералогия! Теперь вам интересно, а? Джинджер, ты меня слушаешь? Что я только что сказал? Будет ярмарка и интересно. Так, Джинджер, ярмарка очень важна. Нужно придумать идею. Сделаем вулкан. Никаких вулканов! Хватит! Не будь злым учителем. Это же я, твой мальчик. Хватит! За это у вас не будет перемены. Стой, что? Так нельзя! Можно! Если вам что-то не нравится, поблагодарите вашего мальчика. Пора признать, Том. Нужно съесть всю еду, пока она не испортилась. Ладно, кажется, у меня получается. Ой! Позвоним моему соседу Майку. Он починил мой кондиционер, когда тот сломался. Ай, Майк? А почему ты не позвала меня? Что? Что смешного? Не обижайся, но это не твое. О, да? Смотри. Видишь, охлаждающий бачок почти пустой. Да, это баночка для барана. О, и она тоже почти пустая. Мисс Вантракс, поговорю в холле. Когда вернусь, я хочу услышать хорошие идеи для проектов. Ты за это ответишь.
О, нет, нет, они слушаются. Я показал им, кто главный. Отлично. Первое место точно у вас в кармане. Ну, надеюсь. Я посплю. Не подведи. Я очень верю в тебя. Я все исправлю. Обещаю. О, да? И как же? Есть план. Так, класс, посмотрим, что вы придумали для ярмарки. Прости, Бен, но либо ты, либо я. В атаку! Смотри, Анжела, как новенький. Надо было позвонить Майку. Что? Эти маленькие дикари! Ну как можно так не уважать своего учителя? Эй, Бен, у тебя что-то на лице. Что? И по всему телу. Мисс Вантракс вернется в класс, который еще даже не начинал проект. Я неудачник! Неудачник! Бен... Кажется, тебе еще больше нужна моя помощь. Ты не знаешь этих детей, Том. Они монстры! Работа с монстрами – это мой конек. Я справлюсь. Поверь мне. Ох. Ладно. Попробуем его починить. Ты в этом уверен, Том? Выполняй указания. И говори, что я скажу. Да, и уверена. Соберись, друг, или снова проиграешь. Так, вы готовы? Отлично. Итак, что хотите сегодня учить? Все ответы верны. Математику. Неверно. Чего вы действительно хотите? Видеоигры. Да, поиграем в видеоигры. Молодец, Бен, продолжай. День почти закончился. Что? Но мы даже не начинали проект. Так, так, ладно. Я забыл сказать, что крутые учителя мало что успевают. Класс, помните про проект для ярмарки знаний? Все берем бумагу и... Долой науку! Эй! Долой науку! Долой науку! Тишина! Мы веселились весь день, а теперь мы будем делать проект. Нравится вам это или нет? Эй, Бен, вот наше мнение, если ты вдруг захотел нас учить. Как трогательно! Я не виноват! Это самолет! У него не было шансов, Джинджер. Его аэродинамическая сила полностью разбалансирована. Ух ты! Стой! А на уроках можно научиться делать самолетики? Что здесь происходит? Велма, вам лучше? Было, пока вы не превратили класс в игровую комнату. Но... Тебе должно быть стыдно. Простите, учитель Бен, я хочу улучшить траекторию полета моего самолетика. Что мне сделать? Кажется, ты забыл одну из четырех главных сил самолета. Помнишь? Не может быть, после стольких лет! О! Увеличу размах крыла, чтобы улучшить тягу!
никогда не видела, чтобы дети так хотели учиться. Отличная работа, Бенджамин. Ну, кажется, Бен... Что? Как вы смогли? Это было проще простого. Ладно. Спасибо, Майк. Я твой должник. Озвучено по заказу АО «Первый канал. Всемирная сеть».